Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами TCL 20 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как включить или выключить водяной знак в камере этого телефона. Давайте проверим, есть ли он у меня. Я делаю фотку, захожу на эту фотографию и вижу в левом нижнем углу такую вот отвратительную надпись. Как же ее убрать? Для того, чтобы это сделать, мы в левом верхнем углу нажимаем на шестеренку, попадаем в настройки камеры, пролистываем здесь вниз и видим водяной знак. Убрав отсюда галочку, мы выключаем водяной знак и видим, что фотографии теперь делаются абсолютно чистыми. И на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и пока!